Давненько мы не баловали вас топами, так что спешим исправляться. В данном сюжете мы собрали пусть и не самые новые игры, но зато, на наш взгляд, просто очень хорошие, которые по разным причинам дороги лично нашему проекту. Приятного просмотра. Также порекомендуем вам играть во все эти игры на планшете Impression Impact 8901. Ну а партнером данного выпуска традиционно выступает компания Impression. A Reckless Disregard for Gravity. Игра с очень странным названием, которое мы даже не будем пробовать полностью повторить вслух. И с не менее уникальным геймплеем. Формально перед вами симулятор бейсджампинга. Вы прыгаете с огромной высоты и несетесь вдоль дивных конструкций, но создатели хотят, чтобы вы опадали красиво. Помимо того, что по пути вы должны собирать различные бонусы, от вас потребуют пролетать еще и в максимальной близости от стен и вообще от всего, что попадается на пути. А в этой игре, поверьте, есть настолько закрученные конструкции, что смотришь на них и думаешь, не, ну не выйдет у меня ни черта. Но это не так, все у вас получится. 300 спартанцев. Игра по фильму 300 спартанцев «Рассвет империи». И как и в фильме, искать тут особых сюжетных поворотов, проработанности персонажа и духовной составляющей не стоит. У нас тут мужики в трусах и мясорубка между ними. Все. Как и в фильме, все действие игры происходит на галерах. Арсенал движений главного героя довольно скуден. Он умеет рубать, прикрываться щитом и этим же щитом оглушать особо рьяных противников. Но в действии этого оказывается вполне достаточно для яркой, насыщенной картинки. Ах, да, еще у вас в запасе есть специальные добивающие приемы. Ведь спартанцы, как вы знаете, не дерутся без слоумо. Напоминаем, что рубим плохишей мы на высокопроизводительном планшете от компании Impression, Impression Impact 8901. Slam Dunk Basketball 2. Прикольная игрушечка, в которой вы будете играть в уличный баскетбол. Итак, вот кольцо, вот мяч. Вы задерживаете палец на экране и видите траекторию, по которой и будет лететь оранжевый. Двигаете палец, траектория меняется. Более удобное управление придумать, кажется, просто нельзя. Высказать свою благодарность разработчикам мы хотим и за другие вещи. В частности, вы постоянно сражаетесь с реальными соперниками. В битвах один на один или в настоящих чемпионатах, где нужно поочередно вынести подряд сразу трех игроков. Еще одна сильной стороной проекта является графика. Здесь даже травичка колышется на манер Crysis 3. Marvel Run Jump Smash. Простенькая аркада о приключениях ваших любимых героев из комиксов Marvel. Черная вдова, Капитан Америка, Халк, Тор, все на своих местах. Впрочем, большую часть игры вы бегаете обычными агентами, а супергерои со всеми своими суперударами и суперприемами появляются лишь в определенных местах. Так мы и прем напролом, а мимо нас проносится неисчислимое количество бонусов, боссов и, собственно, уровней. Задники тут меняются с завидной регулярностью и весьма разнообразны. А игра очень не хочет вас отпускать, и точно придется по душе всем, кто младше 15 лет. Winter Sports. Хоть название игры не говорит об этом прямо, но все мы понимаем, под какое мероприятие был намечен ее выход. Конечно же, под Олимпиаду в Сочи. Ну и нужно признать, она действительно поражает своими масштабами, ведь тут представлены абсолютно все дисциплины. Реально, кроме шуток. Причем каждый вид спорта и даже подвид управляется по-разному. Где-то нужно просто с бешеной силой тапать по экрану, где-то в определенные моменты, где-то просто управлять сноубордом при помощи двух стрелок. В общем, примитивно, зато весело и много всего. В игре хорошая графика, а вот физика ужасная. А еще очень смешно переведены некоторые игровые меню. Видно, что разработчики спешили, точно так же, как и устроители Олимпиады. Но в их случае эта спешка заметна не настолько сильно. Вот такие вот игрушечки. Разнообразные, прекрасные и готовые скрасить ваш досуг. Впрочем, мы все же надеемся, что вы умеете развлекаться не только при помощи игр.